Едва листья начали менять свой цвет с зеленого на золотой багряный, на пленэр в сквер «Юность» вышли ученики Центральной детской школы искусств ловить движения природы и переносить их на свои полотна. Это очень интересно. Можно рисовать красивые картины, изображать какие-то предметы, переносить их на бумагу. Это достаточно интересно и увлекательно. Атмосфера творчеству благоволит. Художник принимается за работу. Карандаш и кисточка будто сами бегут по холсту. На полотне все отчетливее проявляется пейзаж на заданную тему. Мы сегодня рисуем березы, вон те, которые сзади, и техники акварель рисуем. Прорабатываем текстуру березы. Подобрать цвет и линию, правильно выбрать экспозицию. Азы живописи вместе с преподавателем оттачивают на месте. Мы не фотоаппараты. И для того, чтобы передать некий образ, образ природы, образ человека, образ городского пейзажа, нужно погрузиться в него, дышать им, наслаждаться теплом солнца. И тогда вы выдаете именно по ощущениям внутренним. Именно то, что цепляет потом людей и говорят: точно, вот действительно, я такие же эмоции переживал. С пленэрами, а именно так именуется техника живописи вне стен мастерской, ученики Химкинской школы искусств уже объездили многие уголки России. Результат – десятки работ, достойных выставки за пределами школьной галереи. И этот пленэр в сквере «Юность» посвятили 85-летнему юбилею городского округа. Мы приглашаем жителей города прийти познакомиться с творчеством детей. И стоит сказать, что художественное отделение нашей школы, оно очень многочисленное. На нем обучаются порядка 800 детей. И ежегодно выпускники этого отделения поступают в среднеспециальные и высшие учебные заведения по художественному направлению. Движение природы ловят до самого вечера. На каждую работу рецензию дает преподаватель школы, но не критикует. Ведь задача не получить законченную красивую картину, а набраться впечатлений и вдохновения для будущих шедевров. Олег Тюрин, Вильфред Зимковский. Новости Химки ТВ.